Всем привет! Вы на канале Логопед для вас. Второй способ постановки Л – это межзубная. По подражанию мы произносим изолированный звук Л, только между зубами. Просим ребенка повторить. Губы растянуты и зажали язычок между зубками. Ставим язык за верхние резцы и также произносим изолированно звук Л. Обратите внимание, губки неподвижны, нижняя челюсть у нас не двигается, а мы двигаем только языком. Язык зажимается за верхними зубками и отпускается вниз. Постепенно мы ускоряемся. Какие же вы большие молодцы! Старайтесь выполнять упражнения как можно чаще, и у вас все получится. Пока-пока!